В Магадане продолжают проводить экскурсии «Золотой велосипед». Это путешествие по городу на экологичном транспорте, в ходе которого людям рассказывают историю Колымы. Ближайшую экскурсию проведут 1 августа. Подробнее о «Золотом велосипеде» рассказал преподаватель истории Константин Зеленский. Проект «Золотой велосипед» стартовал в том году, он был приурочен к Стадлерскому фарту. Вот, но в этом году Стадлерский фарт у нас, к сожалению, не пройдет, но формат «Золотого велосипеда» мы решили оставить. Смысл в том, что в течение 2 часов по городу организована велоэкскурсия, в ходе которой мы посетим различные объекты, которые связаны с историей развития геологии, с историей развития города и вообще с историей развития Магаданской области, где я буду рассказывать про первостроителей, про геологов, первопроходцев, и будем говорить об их трудовых подвигах и о том, как же все это тесно переплетено с историей Магадана и Магаданской области. Такие экскурсии будут проводить по субботам раз в 2 недели до конца сентября. В одной группе будет до 10 человек. Участники смогут научиться традиционному способу промывки золота и познакомиться с работой геологов. Записаться на экскурсию можно на туристическом портале Магаданской области visitkolyma.ru.